Мы же начинаем теперь наш информационный блок. Традиционно со статистики. Она касается потерь врага с момента начала полномасштабного вторжения. Внимание на экран. 699-й день полномасштабной войны. За это время российские оккупационные войска личного состава потеряли 377 820 оккупантов. Эта цифра постоянно растет. Далее техника РСЗО. Минус 970 единиц. А вот артиллерийских систем оккупанты потеряли 8947 на сегодня. В украинском небе за это время уничтожено 324 вражеских вертолета, 331 самолет, 6961 беспилотник. Их враг все так же довольно активно использует. Ну и крылатые ракеты. Минус 1820 единиц. Пополняет эту статистику потерь вот такой список. Средства ПВО 657 единиц, специальная техника минус 1409, а вот автомобили техники враг потерял 11956 единиц. Эффект линзы за это время ощутили на себе. 11548 боевых бронированных машин врага, а также 6214 российских танков. Ну и корабли, катера и подлодки. Минус 24. Борьба продолжается. Слава Украине. Героям слава.